Столько времени с Асавом, и ты не узнал, кто покупатель? Ну, я пытался, Асав скрытный тип. Старался не обсуждать дела при мне. Да неужели? Во всяком случае, он поверил, что я эксперт по этой Хайсале. Хайсале? И по ней тоже. Кстати, спасибо, что отвлек его внимание. Ага, я хотел, знаешь, выиграть время на тот случай, если вы собирались меня спасти. Конечно, собирались. Правда, спасибо. Я уж думал, мне конец. Я бы этого не допустил. Твой брат мне бы потом такое устроил. Я нашла рельсы. Или идти по того. Чудно как-то видеть современные конструкции после хайсальских руин. Это строили либо британцы, либо португальцы в 19 веке. Не такие уж современные. Давай-ка без панибратства. Ладно, хорошо. Я слышал, ты тоже работала на Асава. Как ты вымыслил эти пытки? Что? В смысле, он тебя пытал? О, да. Постоянно сбалдышит со своего невалюзма. Я про тебя думал, ну, ты что ты мне тут делаешь? Я тут ради бабла. А, вот я и говорю. Надо было взять мачете.
поможешь? Не вопрос. Давай. Нет, ты иди. Благодарю. Вау. А где Сэм? У него нет веревки. А, точно. Я и забыла. Сам выберется. А, кстати, спасибо, что не убила Сэма. Он еще может пригодиться. Ну вот, молодец. Позитивно мыслишь. В качестве приманки. Отвлечет на себя огонь, бросится грудью на гранату и все такое. Эй, вот что нам нужно. Ядрёна мать, тяжеленная! О, чёрт, а ты не шутила? Никогда не шучу. Ни о чём. Знаете, вы могли просто должны не лёгкую. Ну, я пошёл! Волоске. Не расшибся? Нет. Ай да мы! Пошли. Мы тут как на ладони. Знаешь, с ней я чувствую себя в полной безопасности. Надин, посмотри, есть там что полезное? А давайте я. Не, не надо. Иди, подсажу, подруга. Я хотел, как джентльмен. Смотри и учись. Опа! Есть! Есть там что-нибудь, на что можно залезть? Типа ящика? Должно сработать. Ха, неплохо. Есть! Забирайтесь. Ты первый. Старикам дорога. Ты так любезна. Нет, просто боится, что я скину трубу, и ты останешься там. Ладно, давайте я разведаю путь. Да не бросила бы я его. Веди себя повежливей. Сэм, видишь, как пройти? Тебе того. Точно не обойдись без ваших приборов. Поняла. Сейчас буду. Ах, черт! Ну и ну. Ты как? Ага. Ладно, я одолжу на один крюк и... Есть идея получше. Что ты? Замри. Да ты... Эй! Сказала, замри. Невероятно. Клоя, одолжишь веревку? Конечно, только я первая. Не обращай внимания. Извини. Да-да-да-да-да, только веревку не могут мне оставить. Хорошо. Я вижу наверху пещеру. Может, срежем путь? Она первая пойдет.
Иди вперед. Оставишь мне веревку. Ладно. В следующий раз свою не забудь. Берегись. Так. Пещеру. Может, срежем путь? Она первая пойдет. Иди вперед. Оставишь мне веревку. Ладно. В следующий раз свою не забудь. Берегись. Так. Что это за место? Ладно, их не так много, мы могли бы... Стой! Эта таза по мелочам не разменивается. Будет зрелище. Вашу мать! Это твои? Что они тут делают? Мы же их всех перебили. Эй, Сэм. Что, Сэм? Эй. Спокойно? Спокойно. Ну вот и молодец. Я спокойна. Ладно, дамы, план действий такой. Я беру того, что справа. Вы идете вперед. Черт! И... Я говорила спокойно! Как тебе моя импровизация? О, тянет на золотую медаль. Фрейзер, укрытие! Кончится!
Вижу их! Слово. Что?
Я следую вашему примеру. Да, но... Идем. Я не дам этим продажным скотам загробастать Билли. Только выход завалило. Может, да, может, нет. Посмотрим. Ты в порядке? Да. Вроде тут можно пролезть. Поможешь? Сейчас. Фрейзер, лезь давай. Спасибо. Как ты там? Нормально. Почти добрались до депо. Осталось недолго. Так. Это что такое? Ой-ой-ой, черт! Нельзя было без этого обойтись? Депо уже рядом. В рот мне ноги, она жива! Хлоя! Хлоя! В рот мне ноги, она жива! Надин, она здесь! Все нормально там? Да, жаль, что Сэм не пощадил мое воображение. Вы где? У радиовышки. Надин, видишь путь? Поищем что-нибудь, к чему можно прицепить веревку. А, неплохая мысль. Что нашла? Прижми к опоре. Я пытаюсь. Есть. Давай, забирайся. Мне не нравится этот звук. Она гнется. Господи. Ну, на вид она была прочная. Спасибо вам. Молодцы. Да, неплохо. Учитывая то, что это была ее идея. Я Сав не говорил о моей компании. Я слышал от его людей только то, что армия перекрыла им каналы снабжения, и они ищут помощь на стороне. Видно, совсем отчаялся. А наемникам вообще все равно, у кого деньги. То есть... Да ладно. Так и есть. Не идет. Поможешь?
Зачем они замуровали тоннель? Можно залезть по стене. Только высоко, не подсадишь. Вот, можно с этой штуки залезть. Дай помогу. Все, не пойдет. Надо переключить стрелку. Вот так. Вот теперь стрелка в нужном положении. А это ведь и правда сработает. Мог бы и помочь при желании. Не, вы и без меня справитесь. Вот теперь стрелка в нужном положении. К вагонетке. Еще немного. Вот это. Все целы? Да. Да, только наверх нам тут уже не залезть. Да, ну, может, там пролезем. Ня, тупик, тут все завалено. Прекрасно. Не отступаем. Высоковато. Сэм, вот ты наверняка дотянешься. Иди, я подсажу. Я помогу. Да, давай. Да, я согласен, хорошо. Мы готовы. А он упитанный. О, черт! Извините. Ну, привет. Там случаем нет запасных лестниц, Сэм? Вот безумные денечки, правда? Ну, честно говоря, я не ожидала опять увидеть Сэма Дрейка. Я тоже не знала, можно ли тебе доверять. Пришлось немного тебя испытать. Это ты про то, что мне пришлось 2 часа ждать тебя в зоне боевых действий? Ну, испытала мое терпение. Нет, тогда я просто-напросто опоздала. Там одна девочка на рынке взялась продать мне платок. Никак не могла от нее отвязаться. Ну да, конечно. Эй, возвращайтесь к рельсам, я кое-что нашел. Ага, идем. Ладно, Сэм, что там у тебя? Я нашел ящик. Ну, разумеется. Сейчас я его столкну. Стой, одного ящика мало, он маленький. А, ну да, действительно. Мы подкатим вагонетку, тогда пойдет. Ну вот, котелок у тебя варит. Чего? Ну, котелок варит. Типа, соображай. Я не о том подумала. Да это комплимент. Переведем стрелки. Вы двое там отлично справляетесь. Так, приготовьтесь. Порядок. Бомбы пошли. Отлично. Идем. Давай, залезай. Ваш черед, мисс Росс. Не называй меня так. Ну, это профессионально. Я и не заметил.
Смотрите, мы почти на месте. Сэм, возьми мою веревку. Иди, я ему свою дам. Меня приняли в клуб, я польщен. Сэм, возьми мою веревку. Иди, я ему свою дам. Меня приняли в клуб, я польщен. Никого. Вперед. На, держи веревку. Спасибо. Ну, прям час от часу не легче. Люди Осавы плюс наемники, их человек 20, не меньше. Стоп. Что в этом ящике? Пушки, боеприпасы, может? Может. Я думал, твои не торгуют оружием. Ты... Мои не торговали. Черт с ним, с ящиком. Где бивень? Ну, вон Асав и... Орка. Кто? Мой заместитель. Помню этого типа. Да, точно он. Такой же потлатый. Да? Уловила. Все, сделка завершена. Бивень забрал твой орка. А мы заберем у него. Эй, так-так, стоп. Куда? А как же план? Я же говорю, там человек 20, не меньше. Не парься. Дольше проживешь. Я так горда. Я не понял. Всем быть начеку. Дозорные молчат. Начинаем зачистку. Аккуратнее с мисро. Понял. Ну, прекрасно. Он взлетел. Все, остались мы без бивня. Нет, перед уходом им надо зачистить сектор. Зачем? Ты про нас? Собьем засранца.
Прекрасно. Он взлетел. Все, строчку без меня. Нет, перед уходом им надо зачистить его. Зачистить? Ты про нас? Собьем засранца. Что за... Наконец-то что-то приличное. Ха, слишком поздно. В каком смысле? Сам нам угал. Не будет нам никакой славы. Скажешь так кому другому, брат? Пристрель. Я говорю то, что у всех на уме. Вот пусть на уме и остается. Убейте их! Выровняйте их! Выровняйте их!
денег! Снайпер! Эту сволочь! Yeah.
можно зацепиться за вертолет крюками! А это безопасно? Конечно, нет! Твою мать! Ты сделал с компанией? Ну, она больше не убыточная. Это был риторический вопрос, Лапа. Надо было пристрелить тебя на острове. Надо было. Не пришлось бы смотреть, как вы убегаете, поджав хвост. Так, может, вы потом отношения выясните, а? Бивень, давайте. Вы с ним партнеры? Либо у вас память отшибла, либо дела идут еще хуже, чем я думал.
Ну да, я смотрю, мне тут никто не рад. Это не я опустилась до продажи оружия банде мятежников. Ну вот оно. Вот оно. Вы всегда мыслили мелко. Вы правда думаете, что я выменял бы его на обычное оружие? Да мне плевать. Отдай бивень. Черт возьми. Вы же пропустите фейерверк. Повторять не буду. Ладно. Ловите. Метка. Спасибо. Только разброс великоват. Слезай с меня. Ага, понял. Можно я посмотрю? Эй, вообще-то мне причитается треть. С тобой Хлоя поделится. Слушай, ты тут новенькая и так в нашем деле не принято. Это плата за услуги. Нет, погоди минутку. Это бомба. Что? Господи, Асаф обменял бивень на бомбу. Фейерверк. Это плохо. Да. Рельсы проходят через город. Через рынок. Так, нужна связь. Сообщим властям. Будет поздно. Если рванет, погибнут тысячи. Ну, это, конечно, ужасно. Ну, мы-то свое получили. Я... Что? Ты что, правда за поездом собралась? Ну ладно. У тебя план-то есть? Планирование в этой организации пункт опциональный. Позволишь ей себя угробить? Нет, я... Ну, она вроде как права, черт, я не знаю. Это не наша война. Сама сказала. Догонишь поезд, что потом? Бомбу уже не обезвредишь. Согласна. Хорошо. Значит, мы сообщим властям. Это не наша война, а моя. Если бомба рванет в городе, такое начнется. Я не могу сбежать. Устала я убегать. Погибнешь. Не дождешься. Эй! Отложи мою долю. Ладно? На всякий случай. Эй, я тут с ней не останусь. Вылезай. Нет. Это мое место. А. Ладно. Я пересяду. Ну что? Все, едем вдоль моста. Кто-нибудь видит тут дорогу? Дорогу проложим сами. Эй, следи за дорогой, ладно? Сэм, ты хочешь за руль? Ну да. Нельзя, тебе не хочешь, пристегнись лучше. Нет, тормози! Черт,
ливнем. Не волнуйся. Давай ближе, я запрыгну. Сейчас. Удачи, Сэм. Сам-то справится? А тебе не плевать? Но у него бивень. Ты поняла, куда они поставили тот огромный ящик? У двигателя. Хорошо, тогда нам туда. Черт, мы не одни, парни Осава. Ну ничего, устроим сюрприз. Сюрприз! Дерьмо! Тебе повезло! Все кончено! Крыш далеко собралась! Благодарю!
Они здесь! Проблема.
не стоило нас! Huh.
Кажется, мы у цели. Не идет! Давай вместе! Тяжелая паскуда! Лезь, я держу! Все, вылезай! Ого! Больше, чем я думала. Ну так она армейская. Ну-ка, помоги. Боже, не сдвинем. А обезвредить? Нет, сразу взорвется. Ладно, план Б. К локомотиву. Еще раз! Давай, лезь! Это локомотив! Можем пролезть тут! Давай! Нет! Нет, нет, нет! Что там? Ее приварили! Черт! Эй, на крышу! Надо по-другому. Ну, если у тебя есть идеи, слушаю. Стрелка! Что? Впереди! Там стрелка! Если переведем поезд на другой путь, выиграем время! Вот это неплохо! Вот черт! Не выбраться! Нужна машина! А надо ли? Она дама лихая. Сэм. Ну, я просто озвучил. Черт! Беги! Я не задержу!
попасть? Не вижу тут мостов и переездов. Вот черт. Неужели сработало? О, господи, мост! Черт! Черт! Всегда считал себя человеком терпеливым. Но вы две шавки особой породы. Хам, с удовольствием тебе врежу. Ну давай, покажи, как надо. Сиська! Вернись! Не стоило тебе уходить! Рискнете жизнью? Ради кого? Ради горстки черни? О, ты невыносим! В моих жилах течет кровь древних королей. Мой народ снова восстанет. Не вышло? Это моя земля! Вы-то что тут хотите получить? Мы просто хотим помешать тебе! Бомба! Да я просто куплю другую. Сожгу твой город, воровка. Твоя чернь будет молить о пощаде. Один! Покончим с этим. Красавка! Я тебя убью! Не рыпайся! Надо уметь вовремя признать поражение! Ваш час пробит! Ты? Надин! Я сейчас! Ах!
Вот и все. Рано радуетесь. Придут еще. Как тот юный король, вы ничего не добились. Ты совершенно прав. Прогресс всегда требует жертв. Фрейзер, нам пора. Ах ты, мерзавка. Бежим! Господи! О, Сэм! Забирайтесь уже! Женщина! Да это мышцы! Все так говорят! Давай, давай! Спасибо! Слушайте, как вы оттуда выбрались? Честно говоря, я сама не поняла. А где Асаф? Взорвался с поездом. А, ну что, туда ему и дорога. Вот это вид. Класс. Ага. И дело сделано. Ну, куда теперь, Надин Росс? Вернешь компанию, выйдешь на рынок оружия? К черту компанию. Да ну. Ну да. Вообще-то я подумываю всерьез заняться поисками сокровищ. Никакая сволочь тут не ищет партнеров. Ну, я... Не ты. Окей. Ой, извини, я работаю только с профи. Ага. Где Бивень? А он не... Господи. Что, Сэм? Да шучу я, шучу. Вот он. А вы... Ау! Алло! Больно же. Последняя сигарета. Какая красота. Да. А сколько, вы думаете, мы за него получим? Ну, Министерство культуры наверняка наградит нас. Ага. От всей души. Да, партнер? Давай. Да уж, ну вы юмористки. Министерство культуры. Боже, вы что, серьезно?
У меня есть частный клиент. А? Ну, послушайте вы минуту. Я все понимаю, благородство и все дела. Ну, правда, я же полностью поддерживаю. Ну, нельзя ли... На, вот, пиццу поешь. Thank you.